Израильские власти не отменяют уже одобренные планы по строительству нового жилья в поселениях на западном берегу реки Иордан. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Его заявление стало ответом на комментарии по поводу итогов встречи израильской и палестинской делегации, состоявшейся в воскресенье в иорданском городе Акаба. Комментируя итоги встречи в Акабе, Нетаньяху подчеркнул, что уже одобренное строительство останавливаться не будет. В свою очередь, глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби по итогам встречи в Акабе подчеркнул, что существенных изменений в израильской политике в отношении Западного берега не предвидится.